Привет и счастливого дня, Марио, всем, кто смотрит. Я рад быть здесь с Миямото для официального объявления о возвращении в Super Mario Brothers. Наши режиссеры Аарон Хорват и Михаэль Еленек, а также талантливые художники из Illumination Studios Paris, которые воплотили в жизнь грибное королевство в фильме Super Mario Brothers, заняты раскадровкой сцен и разработкой декораций для новых локаций. Скоро начинаем анимацию, и будьте уверены, мы усердно работаем над каждой деталью. Фильм выйдет 3 апреля 2026 года в США и во многих других странах, в некоторых территориях в течение апреля.